Телеканал КРТ представляє. У багатьох українців є стереотип, що у шоу-бізнес потрапляє через ліжко. Чому так сталося? Чи є для цього підґрунтя? Чи насправді воно так? Поясніть, будь ласка, цю ситуацію на нашому медіаринку. Ви знаєте, якщо б мені цей питання задали років 20 назад, я б сказав 100% це так. Ну, зараз, наверное, це вже зовсім не так. Ну, эти тобто, времена уже ушли. Коли ви були ще продюсером, да, то когда я был продюсером, это было нормально. Я не могу сказать, что это было у всех и постоянно, но часто такое случалось. И, как правило, эти тандемы, продюсер-певица, они в большинстве своем распадались, потому что рано или поздно, когда люди уже взрослеют, когда они всего достигли, им хочется большего. Вроде бы есть все, но нет главного, нет чувства, нет любви, и эти браки распались, и множество примеров можно доходило привести до, таких. До браков? Ну, конечно, ну, или в гражданском браке, или в официальном большинство как бы звезд, они, как правило, жили со своими продюсерами, но то, что попасть в шоу-бизнес через постель, я с этим совершенно не согласен. Это, может быть, попадают какие-то залетные, неталантливые, потому что есть такая хорошая картинка, она одно время у известного музыкального продюсера и аранжировщика, одного из лучших, Владимира Бабешко, стояла даже на заставке Фейсбука. Когда стоит оголенный мужчина, на коленях перед ним стоит девушка, тоже обнаженная, и с таким взглядом смотрит на него и говорит: «Правда ты продюсер?» Вот, с этим все сказано. Вот, как правило, таких девушек их очень много, их использовали там какое-то короткое время, но... А зараз ситуация изменилась, как вы уважаете? Конечно, сейчас совершенно другой уровень. Сейчас, если говорить о настоящем украинском шоу-бизнесе, не о лагере безработных, то есть артистов в Украине очень много, но работает 5-6 человек, там, ну, может быть, 10. На жаль, так-то. Да, так вот те, которые числятся, но не работают, вот у них, наверное, может быть, так все и осталось. Ко мне очень часто, у меня не замолкает телефон, ко мне звонят и говорят: возьмите в концерт. То есть артисты предлагают себя, они даже готовы за это платить. И многие платят за то, чтобы их сняли, чтобы их пригласили. Тобто ситуація настільки деградувала у нас в Україні в плані артистів, музикантів, що їм доводиться платити, щоб виступати перед людьми? Да, да, да. К сожалению, это так. Вот. И, вы знаете, это как в Китае. Вот я был в Пекине, и вот там замечательный поезд, 112 километров, 312 километров в час мы ехали, жили в обалденном отеле, небоскребе, там, где все вылизано, да, и в 15 метрах лежал на матрасе нищий какой-то, прокаженный, весь в трофических язвах, нормально себе. Тут же где-то там жарили на углях, на сковородке какую-то еду. Вот такие контрасты. Вот такое сейчас происходит у нас. У нас есть там Оля Полякова, условно говоря, замечательным, гениальным продюсером, Миша Ясинским, да, ее менеджером. Есть там Ниангел и Каска с Юрием Никитиным, да. И есть куча вот артистов, которые снимаются вот в Фейсбуке. Стоит мой друг Вячеслав Веременко, постоянно он фотографируется с артистами. Вот. Я даже не знаю, кто это такие, но они называют себя артистами, они носят какие-то звания. Вот где-то им присваивают эти звания. А чему такая ситуация? Потому что есть какая-то монополия на телевизор, чи на нет, потому что они идут площадки концертные, потому что все они изначально талантливые, но те, кто выбрали правильный путь, они забрались высоко. Те, которые не послушались, они хотели взять все на себя. Что означает правильный путь? Правильный путь, ну вот я вкратце буду отвечать, потому что это тема не одной программы, это можно лекцию читать на эту тему. Ну так, но еще большинство было зрозумело. Вот если вы откроете интернет и найдете любое имя нашей эстрады, да, если вы увидите организация концертов, телефон звезды непосредственно, да,
это уже не звезда, это путь никуда. Если там будет телефон менеджера, если там будет телефон какого-то или продюсерского центра, или какого-то, одним словом, бренда, где этот артист сотрудничает с ним, да, и там с вами будет вести правильный разговор и с творческой точки зрения, и с коммерческой, вот сайт этого артиста успешен, я уверен, успешен этот артист. Не дивлячись на те, що в Україні працює 5, там максимум 10 артистів. Ну, реально работают, да, реально. Половина из них работают в России, половина работают здесь, в Украине. Угу. А якщо така ситуація, яким чином тоді, в принципі, молодим артистам в нас в Україні себе реалізувати? У нас вже дуже багато людей, я так розумію, хочуть у цьому напрямку якимось чином розвиватися. Ну, прежде всего, нужно найти себя, а найти себя можно, чтобы кто-то тебя заметил и оценил по достоинству и сказал, ты действительно талантлив, у тебя есть будущее. Очень многие же заблуждаются, им кажется, что они артисты. Петь хотят абсолютно все. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что сейчас предложи петь кому угодно, и вот он тут же скажет, да, а что, можно? Я бы не стал. Понимаете, все хотят, почему-то никто не хочет танцевать. Все вот этот сладкий плод того, что певец может за один концерт под фонограмму заработать там, условно говоря, 60 тысяч евро, да, вот обманул весь мир вокруг себя, потому что он спел под фонограмму, это абсолютно нормально. И всем кажется, что они, вот, приложив какие-то определенные усилия, могут рядышком стать. И тут мне навіть хочется задать питання про Вакарчука, який дуже багато співав, и концерты его коштували не тысячу долларов, все ж таки, а больше, 100-150 тысяч долларов. А податки он платил чомусь з 1 000 долларов. Ну, тобто, цікава история. Нет, ну, вы знаете, я не налоговая инспекция, если мы говорим о творчестве, то я готов вести дальше дискуссию.